Английский без учебников. Нереально, скажете вы, но с этим будет готова поспорить наша сегодняшняя гостья Татьяна Петровская, которая является создателем онлайн-курса, который так и называется «Английский без книг». Здравствуйте, английский Татьяна. Без книжек. Здравствуйте. Без книжек. А какая разница? Книги, книжки? Все-таки английский без книжек – это название моего проекта, именно так. Хотя разницы особо нет, английский без книжек, английский интересно, не так, как мы привыкли, разговорный английский, не скучно, без книжек, современные материалы, видео, то есть немного нетрадиционный подход к изучению, я бы так сказала. Ну, вот сейчас у нас была активная проба пера для того, чтобы заговорить на английском языке, попрактиковать, по крайней мере, последние несколько недель, когда к нам приехали болельщики Ливерпуля, которые всячески исследовали нашу столицу, наш уровень терпения в какой-то мере. Ну и, конечно, познакомиться, завести какие-то полезные связи где-нибудь в королевстве Великобритания будет не лишним. Итак, почему люди учат языки годами, но так и не могут ими овладеть? Ну, возьмем за пример именно английский язык. Да, ну вы правильно сказали, то, что вот недавно было такое событие в Украине, то, что много туристов приезжают в Украину. И такое печальное известие, то, что многие люди на территории СНГ, в нашей стране, не могут общаться, не могут поддерживать связь. И почему эта проблема, вот как связаны какие-то большие события в Украине, например, связанные со спортом, или вот тоже Евровидение было тоже не так давно в Украине. Ну, год назад, да, в мае месяце как раз достаточно проходило. Масштабное событие, это Евровидение. И проблема в том, что когда туристы приезжают в Украину, носители языка, они не могут, они чувствуют себя здесь чужими, сложно, то есть, возможно, даже как бы не хотят возвращаться, потому что здесь действительно есть барьер вот, в общении, в поддерживании связи, поэтому я считаю, что об этом очень важно говорить. Английский язык это дает возможность, вот если мы говорим про то, что мы хотим идти в Европу, хотим развиваться, естественно, английский язык это одна из важнейших вещей на пути к этому, если мы хотим строить отношения с другими странами, развивать какие-то отношения, общаться свободно, преодолевать. Да и вообще карьеры. Комфортно пользоваться безвизовым режимом, который мы получили огромный год тому назад. И говорить, и вот когда люди приезжают в Украину, они не могут свободно общаться, это же самый отельный бизнес или просто там, куда хорошо, пройти. Давайте вот перейдем к вашей методике обучения, вот Skype обучение, вот хорошо это или плохо, и вообще почему много людей против этой формы? Я считаю, что это большой плюс Skype обучения, да, действительно замечаю тоже вот на территории СНГ, потому что я преподаю по Skype, у меня много учеников из России, из Беларуси, из Украины, из разных стран, и я вот замечаю, что именно вот на территории СНГ люди достаточно так заангажованно относятся к именно Skype обучению, при том, что многие даже не пробовали Skype, они вот уже говорят, что нет, я не хочу. Я считаю, что это неправильно, потому что если мы опять-таки стремимся к Европе, стремимся к улучшению жизни, то нужно переходить на онлайн обучение, то есть нет смысла ехать на другой конец города, тратить свое время, чтобы ехать к репетитору, тратить деньги, если можно есть больше позаниматься даже. Конечно, да, потому что Skype обучение это только плюс, тем более в Европе, в Америке это уже давно норма, и нужно к этому менять отношения, и если вы ищете репетитора, если вы хотите улучшать уровень английского, я считаю, что нужно выбирать репетитора именно по Skype. Уже сказано много преимуществ. Ну, а как вообще вся вот эта вот форма обучения проходит? Мы связываемся по Skype, у нас там несколько. Это какой-то чат, где мы общаемся на английском языке, нам задают какую-то определенную тему, или мы начинаем все с базового, элементарного уровня? Нет, ну, и по-разному, как правило, это какие-то индивидуальные занятия. Есть, конечно, репетиторы, которые проводят групповые занятия. Как правило, это все индивидуально. Индивидуально, у каждого репетитора своя методика, если говорить про мою методику, это именно разговорный английский, я не использую каких-то старых учебников, я скидываю современные материалы, фото, видео, это именно разговорный язык, то есть моя методика, она основана на том, что я не даю ненужных каких-то лексики, только выжимка. Недостатков нет, скажем, единственное, что может быть какие-то проблемы со связью, но я думаю, что у нас уже у всех есть высокоскоростной интернет, поэтому это не будет проблемой. В принципе, каждый занимается, то есть смотря какие цели у человека, если это, например, через 2 месяца нужно срочно ехать за границу, например, работа, естественно, что мы занимаемся, например, я советую хотя бы 2-3 раза в неделю, больше, если нет каких-то временных рамок, можно заниматься 2 раза в неделю, то есть смотря, опять-таки, все индивидуально, какие цели у человека, я, например, не готовлю к экзаменам, есть люди, которые занимаются именно Таня, вот вы сказали, что только что ехать за границу, и раз уж так пошло, такой вот насущный вопрос, есть
есть ли смысл ехать в США, Великобританию, в Европу для того, чтобы обучиться английскому языку? Или это все-таки миф, и, возможно, не так он эффективно усваивается? Я считаю, что больше, наверное, миф, потому что особенно на начинающем уровне. Вот у меня тоже были такие ученики, которые там на Мальту еще ездят. То есть человек практически не говорит, но он вот считает, что будет эффективно поехать за границу. Вот сейчас в Мальту очень многие ездят, изучать английский, в Англию, если позволяют финансовые возможности. Но особенно на начинающих уровнях это не очень хорошо. И многие люди, я бы сказала, это не то, что даже миф, многие люди просто, они, наверное, преувеличивают вот значимость того, что вот я поеду в Лондон, например, я буду общаться с носителями, все. То есть я себя снимаю все обязанности, мне больше ничего не надо делать, мне не нужно учить грамматику, мне не нужно учить лексику, мне не нужно заниматься с репетитором какие-то, как-то самостоятельно изучать, то есть мне ничего не надо делать. Потом, когда такие люди приезжают за границу, они очень разочаровываются, ну как же так, вот я везде иностранцы, я не могу общаться, то есть все равно вот этот барьер существует. Это круто, когда у вас есть такая возможность, когда возможности позволяют практиковать английский, особенно в англоговорящих странах, но это не основное, это просто как дополнительное преимущество для практики английского языка. Также, если вы живете в англоязычных странах, но не нужно только вот именно делать акцент на этом. Особенно, еще раз, если вы только вот как-то начинаете учить английский или у вас еще слабый уровень. Ну и перед тем, как мы начинаем, вот как правильно выбрать своего репетитора? Признаки, давайте оттолкнемся, может быть, и от плохого репетитора, который, ну, нам, наверное, противопоказан. Ну, многие люди вот уже доверяют дипломам очень сильно. Вот, какие-то там несколько дипломов, все это означает, что, наверное, это хороший репетитор. Но это такое обманчивое понятие. Есть люди, которые, может, даже самоучки, которые как-то самостоятельно изучали, у которых нет 10 дипломов, но они гораздо лучше преподают, у них более интересный подход, не такой, опять-таки, заангажованный, более современный. Но при этом люди как-то слепо верят дипломам. Это не так. То есть нужно, опять-таки, нужно смотреть, как человек преподает. Опять-таки, это если это какая-то старая книжка советских времен, ну, естественно, что, наверное, это не будет эффективно. Это должна быть какая-то современная методика обучения, интересный подход. То есть репетитор должен быть ознакомлен с тенденциями языка. Как правило, должен быть разговорный английский, потому что большинство людей интересует именно разговорный английский язык, потому нужно вот смотреть, подходит ли вам человек и как он преподает, я бы так сказала, и какую методику он использует на занятиях, какой подход. Нужно так. И, конечно, результат, потому что многие люди, они ходят к репетитору годами, то есть репетитор как член семьи получается, то, что могут ходить годами, вот даже 5 лет могут ходить. Потому что есть дети, есть внуки, есть родители, которые вот что-то типа такого, да, семейные. Да. При том, что человек не получает результата, ну вот, может, он не пробовал другого репетитора или что, но вот они ходят и считают, что это нормально, даже человек не думает, что надо что-то менять. При том, он не разговаривает на английском языке. Потому не нужно бояться менять репетитора, пробовать, и обязательно найдете своего, который подойдет именно вам. Нужно ли вот работать и делать акцент вот на произношении? Очень много даже тех же британцев, американцев, у них у всех есть своя какая-то стилистика, да? А вот, например, афро, они как-то более, я знаю, жестким таким языковым аппаратом обладают, да? А еще другие представители разных культур, у них там свои какие-то примеси их национальных языковых групп. То есть вот под что адаптироваться? Вот я очень-очень интересный, кстати, вопрос, очень важный вопрос. Это, наверное, один из самых таких ключевых вопросов, потому что я могу сказать на своем опыте, на опыте своих учеников, то, что многие люди, они, даже когда мы занимаемся на онлайн-занятиях, они не уделяют этому внимания. То считается, что, ну, я знаю лексику, я знаю там какую-то грамматику, ну, зачем мне напрягаться, зачем мне как-то правильно произносить слова? Причем я достаточно часто замечаю, причем какое-то даже негативное отношение, то, что когда я вот говорю, что нужно это делать, что нужно прорабатывать произношение. Произношение, на мой взгляд, может кто-то не согласится, скажет, что вот вам достаточно знать лексику, грамматику, я считаю, что это очень важно, потому что вы правильно говорите, что произношение отличается, и можно не то, что так букву не так произнести в слове, можно даже звук не так произнести, и вас не поймут. Например, не знаю, например, слово банк, например, вот мы хотим сказать, что там, я работаю в банке, I work in a bank. И многие люди, они говорят, допустим, русскоязычные, то, что I work in a bank. Но банк — это вообще как другое слово получится, или, например, слово жить, но сейчас не будем вдаваться в грамматику, например, I live in London. Многие люди говорят, например, я хочу жить в Лондоне.
Да-да-да, я хочу жить в Лондоне, говорят, там, I want to leave, такой мягкий звук получается. Это получается, я хочу уехать из... Ну, в общем, это очень важно, много таких нюансов. Поэтому это нужно прорабатывать, не просто для того, чтобы вас поняли, потому что действительно существенно, можете звук не так произнести, не поймут. То, что вы говорили, London is the capital of Great Britain, да-да-да. То есть, да, может, и поймут эту фразу, когда и какие-то другие. Но почему еще важно прорабатывать произношение, чтобы не оставлять после себя какого-то дурного впечатления, чтобы звучать красиво, потому что если будет такой будет резкий акцент, но все равно, конечно, человек понимает то, что вы как бы с уважением относится на то, что вы говорите на его языке носитель, да, но все равно вот, вот это ощущение, оно все-таки остается. Поэтому я считаю, что над произношением нужно работать, особенно если вы ведете бизнес за границей, чтобы, то есть, чтобы к вам относились с большим уважением, я бы так сказала. Ну и вообще эффективность переговоров, каких бы то ни было, если уже заключать какие-то бизнес-сделки, да, ну, все-таки, важна, ну, да? Ну, я считаю, что это важно, чтобы презентовать себя правильно, чтобы к вам было другое отношение. Потому что если действительно очень резкий акцент, не то, что даже не поймут вас, но просто будет ну, не очень хорошо. Поэтому ну, нужно... а вы непосредственно как учили английский язык? По книжкам или все-таки по YouTube-видео? Да, или по Skype? Все-таки не по книжкам, английский без книжек. Нет, по книжкам я считаю, что... Сколько потребовалось на это времени? Мне просто интересно уже. Если это... Ну, дело в том, что я, вот если все-таки говорить, как я изучала, то есть такой очень интересный способ, сейчас скажу про время, это YouTube-каналы. Есть много вот в YouTube видео разных блогеров, особенно, опять-таки, если уровень начинающих русскоязычных блогеров, которые объясняют грамматику, лексику, где разбираются фрагменты из фильмов и сериалов, тоже очень интересный момент, что многие люди... Ну, так лучше визуально осваивается, потому что у нас вот есть левое и правое полушарие мозга. Многие люди еще просто смотрят фильмы вот в оригинале, я тоже спрашиваю, а вы какие-то фильмы смотрите в оригинале? Отвечают, что да, причем тоже человек начинающий, он смотрит там субтитрами, там может поймет за фильм одно-два слова, ну какого там смысла. Есть, опять-таки, видео, это что каналы, где разбираются фрагменты из фильмов, каждая фраза объясняется, каждое слово, опять-таки, картинка есть, потому-то... Это лучше усваивается все-таки. Да, я именно так изучала с помощью YouTube-каналов, книжки я не использовала, какие-то подкасты, приложения, то есть современные способы, на то, сколько времени нужно, у меня на это ушел. Ну, это очень интересный способ изучения, я изучала около года, может, для кого-то это такой короткий срок, но я очень много времени на это тратила, у меня есть сайт, там написано, что 8-9 часов тратила на обучение, это правда, потому что это интересно. То есть современный способ изучения. Поэтому я бы советовала зрителям, то, что нужно более иначе подходить к процессу изучения. Это не должна быть какая-то книжка, это должен быть какой-то репетитор, который работает по одной книжке. Это должно быть иначе, чтобы вам это нравилось. Потому что когда это будет нравиться, тогда это будет результат. Ну, у меня просто возникает вопрос, есть ли смысл все-таки смотреть фильм на языке оригинала? Очень много у нас... И не те, кто не только учат английский язык, а и вообще просто вот почитатели кино, они любят все-таки смотреть на родном языке, потому что там другой немножко смысл, другие определенные оттенки, окраски, видно сразу настоящую природную органику актера. Но вот есть ли, может быть, другие какие-то вот альтернативы, помогает ли это? Вот, я бы так сказала, что чтобы смотреть фильмы в оригинале, до этого еще нужно дорасти, чтобы смотреть фильм в оригинале, потому что, ну, человек, например, там уровень pre-intermediate, или там elementary, ну зачем ему смотреть, там тратить свое время, вот там он смотрит там полчаса фильма в оригинале, он поймет по смыслу там 2-3 слова, ну а какой в этом смысл? Потому, чтобы смотреть фильм в оригинале, особенно ваше, это нужно смотреть, вот то, что вы говорите, для того, чтобы это нравилось. Если вам нравится фильм, чтобы смотреть и понимать, но для этого нужно дорасти, нужно изучать язык. Но опять-таки есть лучшая альтернатива, опять-таки возвращаемся к YouTube-каналам, то есть там полностью за вас уже все сделано, вам ничего не надо переводить. Но это известнейшие какие-то фильмы, какие-то отрывки, которые мы уже знаем, и они у нас где-то есть в памяти. Ну и да, на фоне вот еще вот... такой плюс, то, что там именно, ну, например, сериал «Друзья». Ну, конечно, достаточно старый фильм, но все равно там разговорная речь. Есть современные сериалы, там «Теория большого взрыва», еще фильмы. Очень многие фильмы, песни разбираются, например. То есть вам уже ничего не нужно делать, не нужно там лезть в переводчик, хиты известные, искать слова. Да? Известные песни, фильмы, там, ну, не знаю, «Один дома», ну, это тоже, конечно, уже классика. Но вот именно современные фильмы также много есть. Сейчас не будем давать рекламу этим каналам, ну, это все понятно. Легко можно найти в доступе. Поэтому, если у вас уже хороший уровень, возможно, это upper intermediate, ну, конечно, можно смотреть. Конечно, это очень хорошая практика. Но, опять-таки, все индивидуально. Какой у вас уровень? Позволяет ли он это делать? Потому что, сколько времени есть на это? Сколько времени? Может выделяться? А вообще, за сколько времени, ну, вот только что упоминался upper intermediate, не все к этому уровню доходят, кто-то где-то до серединки доходит, и уже хорошо. То есть, хотя бы поддерживать уже словесно какой-то диалог с, возможно, иностранцем,
финансами, если ты путешествуешь где-то по миру, там несколько раз в год этого хватает с головой. А, но если задаться себе целью, да, вот выучить его на таком солидном уровне, не используя книг и вот этой вот методики, по вот этим вырезкам, YouTube-канале, примерно какой период времени это может занять? Ну, я считаю, что все-таки, если вот мы говорили то, что про современный метод изучения в YouTube, я считаю, что многие люди, вот я даже на своем опыте скажу, они все равно требуют репетитора. Потому что многие люди даже, ну, я бы сказала, что это нужно иметь такую силу воли, чтобы просто самостоятельно это делать. Потому что это работает. Там YouTube-каналы, какие-то приложения, подкасты слушать, да. Но многие люди, они, им нужна, вот даже ко мне приходят на занятия, говорят, что мне нужна дисциплина, мне нужен все равно репетитор. Поэтому... То есть это все-таки вот самостоятельное изучение, оно расхолаживает немножко. Ну, я, например, это сделала. Но это нужно быть таким человеком, который это может сделать самостоятельно. Дисциплины такой вот. Поэтому все-таки я бы советовала все-таки репетитора себе найти, а это использовать как дополнение. Потому что я даже своим ученикам говорю, что домашние задания, не задаю домашние задания, это именно вот то, что мы сегодня говорили. То есть, когда у вас есть время, вы можете это делать. Смотреть какие-то YouTube-каналы, например, по изучению, или слушать какие-то подкасты. То есть, все-таки, мне кажется, это как дополнение, потому что если у вас есть такая сила воли, чтобы только вот именно это делать каждый день, тогда это круто. Но если нет, если вы чувствуете, что вам нужна дисциплина, чтобы у вас был человек, который вам говорит, что смотреть, что делать, чтобы он вам изучал в какой-то программе, то все-таки репетитора мы не исключаем, я бы так сказала. Это тоже важно. Ну, хорошо, тут еще есть такой вопрос. Знание английского как одна из первостепенных тем на пути к улучшению уровня жизни. Почему английский важен для Украины, для украинцев? Ну, то, что мы вначале говорили, то, что коммуникация. Потому что, так как люди не знают английского, то мы закрыты от остального мира. Uh-huh. И английский язык, он меняет мышление, он меняет, он заставляет человека ставить другие цели, мыслить иначе, делать все иначе. И ты чувствуешь себя открытым миру, и немного иначе как бы меняется мышление. Вот даже то, что вот мы говорили, иностранцы приезжают в Украину, то есть они по-другому думают об Украине, они по-другому мыслят. То, что это, если мы стремимся опять-таки к улучшению уровня жизни, то английский это очень важно, потому что это не только бизнес, например, там, ведение бизнеса, получить работу, потому что сейчас многие работодатели требуют высокий уровень английского, просто нет возможности вести бизнес, например, за границей, это мы даже не об этом говорим. Просто чтобы... Я бы сказала, почему это важно для Украины, чтобы выглядеть иначе в глазах иностранцев и чтобы быть выше, то есть соответствовать другим стандартам, я бы так сказала. Чтобы считаю, просто что приятно их удивлять, когда они будут думать, да, о том, что мы не знаем, не понимаем их, а тут оказывается... Поэтому я не побоюсь сказать, что английский – это одна из первостепенных вещей на пути к улучшению уровня жизни и на пути вообще к улучшению жизни каждого человека, потому что, когда вы изучаете английский, многие возможности перед вами открываются. Ну и такой вопрос, он мучает большинство людей. Есть ли какие-то возрастные ограничения? Мы прекрасно знаем, что все-таки чем раньше ты будешь усваивать вот определенные законы лексики, фонетики и других дисциплин, да, связанные с изучением иностранных языков, это намного легче. Если взять, вот, например, возраст, ну давайте... 45+. Ну, я не скажу, что есть какие-то прям рамки. Да, я действительно замечала, опять-таки, если возвращаться к моим ученикам, что вот когда человек изучает более таком взрослом возрасте, там 40 лет, 50, даже 60 лет, я действительно замечала, что процесс идет немного медленнее. То есть у человека просто более сложно вот открыться что-то новым каким-то методикам, что ли. Или более сложно вот идет процесс обучения. Да, действительно, я согласна с этим. Но это не значит, что вы не выучите английский, что все. То есть многие люди даже ставят на себе крест, ну куда мне еще учить английский там. Все, уже пенсия. Да, это неправильно. Да, действительно, может быть немного вот медленнее эти процессы. У меня, кстати, есть такие ученики, много учеников более взрослого возраста. Но да, я согласна, что немного медленнее. Но это не значит, что для вас это не наоборот, такие люди, они, им интересно изучать. Но, может, да, немного это займет больше времени. Но цель будет достигнута, это не преграда. Ну вот возраст. Мы сейчас взяли верхний, да, диапазон возраста. А если спуститься так вот вниз и посмотреть в прошлое или же посмотреть на настоящее вот нашего подрастающего поколения, в каком возрасте вот деткам сейчас вот лучше уже браться за изучение иностранного языка? Это делать можно уже в садике или это все-таки нужно уже... Сейчас очень многие родители, да, даже самых, даже с одного года, я даже слышала, что даже с одного года начинают изучать. Сейчас многие репетиторы, которые по игровым методикам
работают. То есть ребенок практически уже с пеленок его хотят развивать, потому что сейчас очень модно, так сказать, разные дисциплины прививать ребенку. Например, английский язык. Ну, в принципе, можно изучать. Я не сильно в этом специалист, потому что я не работаю с детьми. На мой взгляд, это очень сложно. Это нужно прям очень так отдаваться. Но если вы все-таки ищете репетитора ребенку, ну, если вы хотите изучать там, с 3-4 лет, это можно. Но я бы советовала искать репетитора, который работает по игровым методикам. Найти хорошего репетитора, который будет... Это весь урок нужно играть. Если это маленький ребенок, весь урок должен происходить в форме игры. Больше как сценка, это как спектакль, это как театр. Ну, это как... Я вот опять-таки не специалист, но я просто, у меня есть много коллег, которые работают по игровым методикам, поэтому я знаю, как это. Это какая-то игра, какие-то, не знаю, чем меньше ребенок, тем больше нужно играть и вот быть прям актером. А если вот эту же методику, например, для ребенка применять к взрослым, вот насколько вот она эффективна для других возрастных групп? Ну, если игровая методика? Да. Ну, я знаю, что даже вот говорили даже тоже мои коллеги, что взрослые тоже любят играть. Им нужна еще игра. Как? Ну, если вам это нужно, интересно. Ну, я обычно это для детей примечаю. У меня все-таки немного другая методика. То есть это именно... Ну, каждый взрослый себя иногда чувствует ребенком и хочет иногда. Ну, если вы хотите, конечно, нужно попробовать. Ну, интересно. Но я-то больше так не слышу. Больше слышу, все-таки игровая методика это для детей применяется. Ну, не знаю, может, родители как-то хотят изучать вместе с детьми, не знаю. Ну, интересный вопрос. Я узнаю об этом как-то. Ну и вот напоследок еще вот тут есть у нас в наших подсказках вопрос, вернее не вопрос, наверное, как больше утверждение, но все-таки, наверное, для того, чтобы его больше раскрыть. Топ-20 или топ-секреты, как учить английский. Есть ли какие-то определенные секреты, какие-то фишки, да, которые могут помочь, скажем, вот... Учить его тоже, опять-таки, не по книжкам, а какие-то, вот, например, усваивания, там, может быть, в медитации, может быть, в позе лотоса. Ну, если нет, медитация скорее погружение в культуру страны, я бы так сказала. То есть, если вы, например, учите, вот я, например, сейчас китайский изучаю, то есть мне интересно погрузиться именно в культуру Китая. То есть, я так понимаю, что в будущем нас ждет онлайн-курс обучения китайского языка тоже без книжек? Ну, не знаю, честно говоря, китайский достаточно такой сложный язык, поэтому, наверное, придется не один год потратить на его освоение, поэтому думаю, что не скоро. Но мне это интересно тоже. Китайский, то есть я погружаюсь в культуру этой страны, это интересно. Также, если вы изучаете английский, нужно погрузиться в культуру Англии, то есть изучать что-то именно по Англии, страну. Не Соединенных Штатов, Америки? Ну, Америки, весь американский английский. То есть узнавать про страну, которую вы изучаете, тоже интересно. Тогда вам будет тоже более интересно учить язык. То есть погружаемся в культуру страны, узнаем о стране, то есть как бы путешествуем по стране. Второе, это, конечно, исключаем зубрежку. Не надо вот этот дедовский способ зубрить слова, но я до сих пор знаю, что используют до сих пор вот какие-то люди. А есть ли вот смысл учить, например, вот 50 слов в день там кому-то удается, там, нет, 20? Нет, прям списывают, вот, когда там говорят. Дергают, вот, да? До сих пор вот, почему-то люди используют. Конечно, это неэффективно. Слова нужно учить еще раз. Вот, второй секрет, это слова мы учим в контексте. Вообще идеально, если будет еще какая-то картина. Поэтому мы и говорили про YouTube-канал. Все-таки очень важна визуальная оболочка, чтобы она вот... То есть берем какое-то слово, мы строим с ним предложение. Если просто будем брать какое-то слово, там, не знаю, advantages, и будем просто там учить, то что advantages — это преимущество и все. Нужно брать предложение. Вот мы, например, на занятиях, мы разбираем там тему, спрашиваем, какие есть преимущества там, жизни, там, какие есть преимущества английского языка, какие есть преимущества наличия машины. То есть мы общаемся на эту тему, конечно, зубрежку исключаем. Второе – это контекст. Третье – это если вы изучаете с репетитором, это правильный репетитор, мы не боимся менять репетитора, если вы видите, что это не приносит результата. То есть более интересно подходим к обучению, выбираем Skype, не нужно тратить время, вы экономите свое время, деньги, тем более проще с отменой занятий, потому что многие очень они отменяют занятия, есть разные дела, поэтому Skype выбираем. Нужно быть более мобильным, нужно ориентироваться на то, как это происходит в Европе, в Америке. То есть главный совет, наверное, это более иначе подходить к изучению, чем мы привыкли. Вот, кстати, у меня вот возник вопрос по поводу того, что отменяются занятия. То есть насколько болезненно делать перерывы? Ну, предположим, там, если пропускать там, не одно занятие, а сделать там, перерыв 2 месяца, 3 месяца, полгода, если ты, например, на начальной стадии изучения. Да, вот у меня, кстати, вот тоже хороший вопрос. Была у меня ученица, вот она ко мне сейчас, потому что не могла заниматься целый год. Мы с ней занимались уже достаточно давно, где-то еще в 2016 году. Мы с ней занимались достаточно долго. И вот она... У нее был перерыв где-то полтора года, то есть она не могла заниматься.
И она ко мне приходит, то есть практически человек с начинающим уровнем, потому что очень большой перерыв в изучении языка. Чем больше перерыв, да, язык имеет свойство забываться, поэтому не нужно делать перерывы в изучении. Занятия часто отменяются, но если это, например, по делам, если там раз в неделю, то это не страшно. Страшно, когда это на полгода, на год, потому что даже если вы изучаете язык с хорошим репетитором, по хорошей методике, если вы полностью его забрасываете на год, то чуда не будет, язык имеет свойство как бы забываться, потому не нужно делать больших перерывов в обучении. Ну и вот так напоследок еще вопрос, что нужно для того, чтобы стать участником проекта онлайн-курс английского языка без книг? То есть это нужно вам написать на страничку в Фейсбуке, которую мы сейчас видим на плазме, или там есть какой-то специальный сайт? У меня еще сайт, да, там у меня еще сайт есть, можно прийти на сайт и ставить заявку. Кстати, на моем сайте там можно ставить заявку на занятия, там есть, можно послушать меня, посмотреть, есть видеозаписи даже занятий, то есть как проводятся занятия, то есть с учениками, там есть уровень beginner, там как мы обсуждаем какие-то темы. Также ответы есть на часто задаваемые вопросы по поводу занятий. Также есть курс занятий, ну так примерно, потому что все-таки каждая программа, она подбирается под ученика. Также, то есть полностью расписано, какие темы мы разбираем, например. Также кратко обо мне, потому самая моя такая визитка – это мой сайт. Также можно перейти на мой YouTube-канал, опять-таки, чтобы послушать меня, посмотреть какие-то видео, на котором на тему, на которой я делаю акцент. Также, кстати, там есть вот видео секреты, вот как учить язык. Поэтому можно, кому интересно, можно послушать. Я думаю, что вдохновение для изучения английского языка прибавилось у нас как минимум за последнюю неделю, благодаря крупных ивентов, которые у нас проводятся в стране. Но давайте не будем ждать праздника на наших улицах, будем творить праздник самостоятельно для того, чтобы он чаще к нам возвращался. Для этого необходимо, чтобы мы как можно лучше и как можно эффективнее подкачали наши навыки английского языка. И в этом может нам помочь наша сегодняшняя гостья, это Таня Петровская, автор и создатель онлайн-проекта «Английский без книжек». Спасибо вам за такой курс. Спасибо. Желаем вам тоже вдохновения и, конечно, любознательных учеников. Спасибо вам тоже. Хорошего дня. Да.